Minecraft, Unturned, Call of Duty Black Ops 3, Fallout 4, все это вы сможете найти на канале гейма взрослого парня, который делает видео в Full HD качестве и также с отличным монтажом. Ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт в очередную серию без модов, где сегодня мы рассмотрим топ-5 лучших украшений на Новый год в вашу квартиру или дом, как вам угодно. И чтобы опять не делать очень длинное вступление, вы этого не любите, ребята, я буду очень сильно рад, если поставите лайк. Каждый ваш лайк для меня очень важен. Честное слово, как только мы наберем 1200 лайков, я сразу же выпущу новую серию в ту же секунду. Вы знаете то, что если лайки мы наберем, а серия не выйдет, я буду должен вам подарить любой подарок ВКонтакте, добавить вас в друзья и также расписаться у вас на стенке. Потому что я люблю и ценю своих подписчиков. 1200 лайков, выходит новая серия. Также не забываем подписываться, потому что каждый подписчик для меня друг, я отвечаю на каждое ваше сообщение в комментариях, можете сами убедиться. Поэтому, ребята, я приглашаю вас всех вступить в нашу большую дружную семью. А мы приступаем к самому видео. Ну что, ребята, я каждый раз пытаюсь сделать как можно короче и короче вступление, потому что, да, я учел ваши жалобы, вы не любите большие длинные вступления по 2, по 3 минуты. Поэтому, ребята, сейчас я буду стараться делать по 1 минуте, а то и даже меньше. Поэтому, ребята, напишите в комментариях, нравится ли вам это или нет. А сейчас мы полноценно будем рассматривать эту команду, которая позволит нам добавить наш ванильный мир Майнкрафта 5 новых и крутых декораций в стиле Нового года. Да, ребята, а елка также снеговик, не такой снеговик, как в ванильном Майнкрафте, немного другой, леденец, подарки и генератор настоящего снегопада. Да, ребята, вы увидите, как это действительно будет круто выглядеть. Ну, в первую очередь, что нам нужно сделать? Нам нужно выдать себе командный блок, который выдается вот так. Все знают, как это делается. Если кто не знает, то я только что показал. Потом вписываем команду, которая уже находится в описании. Да, ребят, я так подумал, это не очень круто, когда я говорю вам то, что я выложу команду в описании после того, как мы наберем нужное количество лайков. Все же, ребята, как я уже сказал, я люблю своих подписчиков, поэтому держите команду сразу же. И также я выставлю сразу же вот эту карту, которая действительно тоже очень крутая. Я ее сразу же выложу в описании, вы сможете тут повыживать и даже поиграть со своими друзьями. Эта версия работает, точнее, нет, эта команда работает на версии 1.9. Не ошибитесь, ребята, на новых снапшотах. На старой версии 1.8, 1.7 эта команда, к сожалению, работать не будет. Ну что, ребята, сейчас нам в чат написала, какие ресурсы, какие ингредиенты нам нужны для того, чтобы создать наш топ-5 самых лучших украшений на зимнюю тематику. Давайте, ребята, посмотрим. Первое украшение — это новогодняя елка. То есть нам нужно один горшок. Нам нужно один горшок, вот, и 14 листвы елки, да, можно и так сказать. Мы выкидываем это все на землю, вот так, и нам выдается яичко, вот какое оно красивое. И сейчас вы сможете заспавнить настоящую елку, которая будет намного круче выглядеть, как обычная. Давайте мы даже сейчас сравним, ребята. Вот это у нас обычная. А где оно, где оно, где оно? Вот так и вот так. Мы вырастим обычную елку. Твою мать, вот так. Извиняюсь, ребята. Давайте вырастим вот. Это обычная елка, ванильная елка в Майнкрафте. Эта елка стилизирована под Новый год. То есть смотрите, как она будет выглядеть. Она, конечно, немного, ну как немного, она меньше, но все же, ребята, она прекрасно поместится у вас дома. Конечно, вы не будете размещать такую большую ель у вас дома, а вот это поместится очень даже на каждом даже этаже в любом стиле, в любом стиле, в котором будет сделан ваш дом. Ладно, пускай будет. То есть вы можете разместить одну вот тут. Вот как она будет выглядеть. Вы можете разместить... Нет, тут вы руки моете. Вот самое крутое место. Вот тут. И как вы заметили, вот тут наверху есть светящийся блок. Это как будто, знаете, звездочка на самой верхушке новогодней елки. Также вы можете разместить одну вот тут по центру. То есть вы можете много-много-много поставить этих елок у себя дома. И это действительно будет очень даже выглядеть круто. Жалко, конечно, то, что тут нету шариков. Было бы круто, да, ребята, если бы тут были шарики и действительно новогодние украшения. Было бы еще намного круче, но она и так выглядит прекрасно. Да. Сейчас, ребята, мы будем приступать к следующему
к следующему предмету, который вы сможете добавить себе в дом и украсить его, что самое главное. Это леденец. Да, леденец, вы могли подумать то, что... Вы поняли, да? Но нет, ребята. Он сейчас нам служит как украшение. Нам нужно 4 сахара и 1 палочку. Мы выкидываем это все на землю, и у нас получается лолипоп, по-английски как называется. Но смотрите, как он круто выглядит. Мало того, что это леденец, который, по сути, действительно очень прикольно выглядит, так плюс тому, он еще крутится. Это, ребята, анимация в Майнкрафте без модов. А, это действительно очень круто, вы можете разместить где вам только угодно. Разместить, даже вот тут это убрать и разместить вот это. Что самое главное, смотрите, как это прикольно спавнится. Это спавнится, как будто сначала газ появляется, а потом вот этот леденец. Вот сюда это можно убрать, это лишнее. И это действительно круто будет выглядеть, такой небольшой леденец у вас дома. Да, ребята, но мы не будем тянуть кота за причиндалы и сразу же рассматриваем третий предмет. Это снеговик. То есть вы можете сказать, зачем нам снеговик, если у нас в ванильном Майнкрафте есть уже снеговик, который, по идее, делается так же, как и тут. Но тут его нужно крафтить, а не просто создавать, как, допустим, того же Франкенштейна, да? Но все же, ребята, это другой снеговик, не такой, как обычный. Давайте мы тут даже рядом заспавним обычного памкин, вот так. Вот тут рядом мы сделаем обычного снеговика, вот так. Это обычный, это новый. У него есть шарфик, у него есть крутая шапочка под Новый год, да. Но у него есть тут анимация, как будто он какает снегом. Этот какает лепешками и сразу же создает лепешки у себя под ногами. Этот просто запор у него, да. Ну, у него наркоманская рожа. Это тоже плюс. И плюс тому, он наш братан. Ребята, если вы не поняли, почему он наш братан, вы посмотрите на его руки. Наркоманские руки. Он как будто... Эй, дружок, давно не виделись, подойди сюда, давай обнимемся. И вот так, ну действительно, или знаете, вот такой прикол. Ты, чувак. Это действительно такой небольшой наркоманский снеговик, который послужит небольшим развлечением у вас дома. Пускай будет. Пускай будет. Сломать вы его можете очень просто. Все, что вам нужно, это нужно сломать блок, который находится под ним. Вот так. Да. И давайте его разместим, ну, допустим, вот тут одного. Он, правда, не туда смотрит. Нет, на кровати мы его не будем размещать. И вот тут одного. Вот так. Замечательно. Сейчас у нас четвертый предмет. А какой у нас будет четвертый предмет? Он это... Подарки. Да, ребята, подарки на Новый год. Все любят подарки. Сейчас мы ставим. А нам нужно, в первую очередь, наковальню. Почему? Потому что нам нужно взять красную шерсть. Мы берем стак красной шерсти и переименовываем ее в presents. Вот так, ребят. Переименовали, я надеюсь, present. Нет, не presents, а present. В одиночном варианте. Вот так. И сейчас что нам нужно? Нам нужно выкинуть это на землю. Мы выкидываем обычную шерсть, которая переименованная, и получаем подарки. Мы можем вот так просто раскидывать. И у нас, смотрите, ребята. У нас по одному подарочку появляется. А ну еще раз. Да, у нас действительно появляются подарки. Смотрите, как это круто выглядит. Это намного лучше подарки, чем, например, вы можете сделать в ванильном Майнкрафте. Смотрите. Один вот сюда, хоть они и висят в воздухе, но это и так круто выглядит. Офигеть, сколько у вас тут наплодилось. Один сюда можно поставить. Расставить подарочки под елкой. Допустим, где у нас еще елка есть? Тут у нас елка. Можно даже выйти на улицу и пораздавать подарочки. Подарочки всем, кого вы знаете, всем вашим друзьям, всем вашим знакомым. Знакомым, да что там говорить, даже врагам, ребята, потому что это новогоднее время, все любят подарочки, все любят Новый год, все любят снег. Поэтому вы можете просто-напросто вот так радоваться подаркам. Но вы также можете сделать генератор искусственного снега. Как это все делается? Давайте, ребята, я сейчас вам покажу. Это, в принципе, можно уже даже все очистить. И давайте сделаем генератор. Как это делается и что он делает, самое главное. Давайте сделаем. Один поршень и два снега. Мы это все выкидываем на землю.
вот так, и у нас получается генератор снега. То есть, мало того, то, что вы сможете сделать крутую, крутейшую анимацию в Майнкрафте, которая действительно придаст вашему миру эту атмосферу, потому что обычный снег, time set, rain, допустим, time weather, или как оно пишется, ребята, weather rain, вот так. Сейчас давайте посмотрим. Ну тут, в принципе, дождь падает, а не снег. Поэтому неважно. Если вы хотите создать снег в любом биоме, да, ребята, этот предмет может делать вам снегопад в любом биоме, даже в тех же джунглях. Вы можете джунгли превратить в заснеженные джунгли. И эта анимация в 100 раз лучше, чем обычная анимация ванильного Майнкрафта. Давайте я сразу же вам поставлю вот, допустим, сюда. Смотрите, как это круто выглядит. Как будто действительно снег. Вы можете расставить где угодно. Вы можете расставить вот сюда на крышу. Сюда на крышу. Вы можете поставить хоть куда, ребята. А самое лучшее вот так расставить в целом городе. То есть везде, везде, где вы можете. Везде где-то будет не так приметно смотреться. Как это выглядит? Вот так. Он генерирует снег везде, где только можно. Но не прям везде. Вот эта фигнюшка, допустим, если вы ее поставите вот сюда, она будет генерировать снег на расстоянии 40-40 блоков. То есть в длину и в ширину 40 на 40 блоков. Если вы тут поставили, через какое-то время это у вас все заполнится снегом. То есть, ребята, сейчас это только начинает генерировать. Через какое-то время у вас действительно начнет вот тут появляться снег. По одному вот такому мини-блоку. Вот так. Потом через какое-то время еще один. Потом через какое-то время еще один. И у вас будет вот это все так заснеженно выглядеть до тех пор, пока оно не насобирает вот такой один полноценный блок снега. Это действительно круто, потому что смотрите, как это круто выглядит. Мне кажется, это намного лучше анимация, чем в обычном ванильном Майнкрафте. То есть смотрите, ребята. Это очень круто выглядит, как будто снежинки летают, а не просто кто-то писает с неба, как в обычном ванильном Майнкрафте. Да, ребята. Ну, в принципе, на этом уже все, на этом уже закончим. А мы можем... секундочку, ребята. А мы можем одеть вот этот подарочек. Сейчас. Да, ребята, я одел подарочек, и смотрите, какой я сейчас красавец. На этом, к сожалению, мы будем уже заканчивать эту серию. Я еще раз вам скажу, в описании есть ссылочка на эту команду. В любой момент вы можете зайти скопировать. Также есть в описании ссылочка на вот эту крутейшую деревню. Да, ребята, вы можете зайти скачать или просто сделать это своим домом в вашем выживании в мире Майнкрафт. Это для вас уже все сделано и залито в описании. Пожалуйста, заходите, качайте, копируйте. Я очень надеюсь, вот прям всей душой надеюсь, что вам понравилось это видео, я действительно старался. Если вы хотите видеть больше моих видео каждый день, два раза в день, ребята, зависит только от вас. Я не говорю то, что я единственный, но я один из немногого количества ютуберов, которые вот так активно общаются со своими подписчиками, что самое главное, я отвечаю на каждый ваш вопрос в комментарии. На каждый. У тебя есть вопрос, задай его в комментарии, я в течение дня отвечу. Ну, потому что я работаю, если честно, до самого вечера, прихожу домой, делаю видео и ложусь спать. Но как только у меня появится время, или на выходных, я отвечаю на каждый ваш вопрос. Поэтому, ребята, если вы хотите стать моим другом, в первую очередь, вы можете меня отблагодарить, это поставив лайк. Еще раз скажу, набираем 1200 лайков, выходит сразу же новая серия без модов. Вы знаете, то что я вас не обманываю, если мы набираем 1200 лайков, а серия почему-то не выйдет, я буду должен вам, что самое главное, должен подарить подарок ВКонтакте, добавить вас в друзья и также расписаться на стенке. Потому что я действительно люблю своих подписчиков, я не вру вам. Набираем, выходит новая серия, все зависит от вас. Также можете стать моим другом, личным другом. Все, что вам нужно, это просто подписаться на мой канал. Я вот тебя приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Не так-то сложно нажать кнопочку и для лайка, и для подписки, но сделать человеку приятно. Да, ребята, всем большое спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Именно вот тебе, и тебе, и тебе, и тебе. Большущее спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Я всем вам говорю большое спасибо. Новогодних подарков как можно больше. Маму просите, чтобы вам там какой-то крутой сильный компьютер купила. Ну или там iPhone, что вам угодно. А мы, ребята, заканчиваем. Еще раз скажу, всем спасибо, всем удачи, всем пока.